Всем здравствуйте! Сегодня мы расскажем об азбуке магнитной 10-го королевства. Это настольная игра для детишек, где можно составлять целые магнитные истории. Внутри коробочки есть 62 магнитные буквы и, в общем, все такое интересное. Обратите внимание, как запаковано. Здесь есть специальная наклейка. До нас никто внутри не лазил. Все, особенно в связи с коронавирусом, это важное замечание. Вот такое игровое поле магнитное. Это фактически магнитная доска гибкая. Здесь есть подсказка, конечно. Здесь для тех деток, которые только учат буквы, можно по контуру, по образу и подобию подбирать буковки. Но здесь уже можно учиться, как на настоящей доске, писать слова, составлять самые простейшие предложения. А вот и набор букв. Обратите внимание, здесь их много, очень много. Причем гласные изображены красным цветом, согласные синим. А такие буквы, как мягкий твердый знак, зеленым. Буква легко извлекается из своего домика одной рукой. Будьте уверены, что ребенок с этим справится без проблем. И вот так держится, можно даже переворачивать. Конечно, это очень удобно, ведь можно играть в дороге, и в автобусе, и в путешествии. В общем, классно. Поэтому первым этапом, конечно, нужно будет выучить буквы для ребенка. И уже затем переходить к интересным заданиям, которых здесь целых 8. И они лежат тоже в комплекте, в коробочке. Самое первое задание – это найди букву по картинке. Затем уже начинается сложнее, с какой буквы начинается то, что изображено, да? Затем уже идет, в каком слове прячутся буквы. То есть постепенно уже авторы подобрали более сложные упражнения. С каждым этапом все будет сложнее и сложнее. И, наконец, восьмое задание – нужно вставить пропущенные буквы, чтобы было два слова. Это, конечно, уже высший пилотаж. Кстати, на обратной стороне коробочки есть подсказка, как нужно играть. Вот как раз здесь магнитная доска изображена с буквами, а здесь вот как нужно вкладывать буквы в пустые окошки. В общем, все понятно даже для тех родителей, которые затрудняются с тем, как играть. И где у нас буква И? Внизу, смотри, в нижнем ряду. Красненькая. Вот, ура! Я смотрелся. Доставай ее. Достали, да? Так, получается. Рушин. Нам нужна буква Н. Она, смотри, она здесь. Где-то здесь, смотри, ищи. Буква Н. Верхняя строчка. Вот, молодец. Так. Теперь буква Ц. Рушин Ц. Молодец. Сюда смотрит. На... Нет, ты вверх ногами повернул. Так. Ну, получилось. Что получилось? Какое слово, Коль? Рушинцев. Рушинцев? Коля, да? Рушинцев. Ты сам сделал?